Вас оштрафовала Билайн, МТС и Мегафон за внутрисетевой роуминг. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала большую тройку российских операторов сотовой связи. Штраф наложен на компании Вымпелком, МТС, Мегафон за установление внутрисетевого роуминга. Каждый из операторов в течение 60 дней должен заплатить по 737 500 рублей. Как отмечает ФАС, стоимость услуг связи при путешествиях по территории Российской Федерации за пределами домашнего региона оператора была необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона также необоснованно. ФАС уже направляла операторам предупреждение, требуя устранить эту необоснованную экономически и технологически разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона. Однако операторы не выполнили требований в полном объеме, и ФАС завела на них дело о нарушении антимонопольного законодательства. После этого операторы связи добровольно устранили нарушение. Поскольку операторы добровольно устранили нарушение во время рассмотрения дел, ФАС не стала выдавать дальнейших предписаний и ограничилась штрафами по итогам административного расследования. Суммарно штрафы трем операторам превышают 2 миллиона рублей.